Чечевица из сальсичей. Классическое, типичное блюдо в Италии. Все ингредиенты будут внизу под видео. Это блюдо будем готовить из чечевицы уже сваренной. Я взяла чечевицу из банки. Сырые сальсичи, лук, оливковое масло, петрушка и сельдерей. Блюдо готовится очень быстро. В сковороду наливаем оливковое масло, разогреваем и обжариваем немножко сальсичи. Только сальсичи немножко побелели, добавляем нарезанный лук и сельдерей. Сразу даем вина белого, где-то полстакана, и оставляем на большом огне, чтобы вино испарилось полностью. Когда вино полностью испарилось, добавляем чечевицу. По-итальянски чечевица лентике. Попробуйте на вкус. Нужно посолить, поперчить. Можете добавить еще немножко петрушки, нарезанной мелко, и оставить под закрытой крышкой на очень маленьком огне кипеть где-то минут еще 15. Пока готовится чечевица, нужно нарезать черствый хлеб и сделать гренки. В Италии их называют брускетты. Наше блюдо готовое. Чечевица из сальсичей уже готовые. Накладываем на тарелку. Нужно посыпать мелко нарезанной петрушкой. Положить 1-2 гренки и полить немножко оливковым маслом первого отжима. Блюдо можно кушать как горячим, так и холодным. Тоже вкусно. Только гренки уже сюда не подойдут, когда холодные. И приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, комментируйте. Здоровья всем, удачи и до новых встреч!